предпринимательство или суть предпринимательства как раз состоит в том, чтобы заставить вещи происходить. Вот для меня, я вчера тоже немножко по этому поводу высказался, для меня предпринимательство – это творчество. Однозначно, это вид творчества. Когда ты приходишь на голое место, у тебя есть только идея, и ты на этом голом месте начинаешь заставлять вещи появляться. И благодаря твоим усилиям, а это можно сделать только благодаря усилиям, никогда это не бывает само собой. Никогда это не бывает по ковру, усланному розами. Иначе это бы не называлось успехом и не ценилось бы так высоко. И только когда благодаря твоим усилиям начинают функционировать вещи, которые раньше здесь, на этом ровном месте не функционировали, тогда начинают происходить чудеса, начинают создаваться постройки, сады, предприятия, какие-то производства функционировать, какая-то коммерция осуществляется, продажи, деньги, прибыль, рабочие места. Это и есть предпринимательство, это и есть бизнес. Ничего не было, потом пришел человек, у которого была идея, начал искать ресурсы, начал собирать в кучку все эти ресурсы, начал эти ресурсы между собой стыковать, начал заставлять эти ресурсы работать, и тогда начинают появляться результаты, которых раньше в помине не было. Это творчество, это эволюция, это развитие, это прогресс, это приносит радость, это приносит большое удовлетворение. Не сами результаты, понимаете, не те деньги, которые ты положишь в карман, а именно вот этот весь процесс творчества, создания. И от этого, я так понимаю, ну как на сегодня я это вижу, предприниматели кайфуют. Вот я кайфую, когда бизнес у меня развивается, когда вижу, что что-то растет, я кайфую. И не столько сами деньги, я даже как-то о них думаю, естественно, но они не являются первым или главным, даже не на втором, там, не знаю, на каком месте они стоят. Стоят, конечно, обязательно в числе важных мотиваторов, но тем не менее сама мотивация или само удовольствие, точнее, вот так, вот то самое удовольствие, которое мы рассчитываем получить, оно проистекает именно от процесса. От того, что тебе удается заставить вещи, которые не хотели без твоего усилия функционировать, заставить их функционировать. И в этом есть предпринимательство. В этом есть кайф, можно сказать. Нормальное предпринимательство – это когда как раз-таки все связано с поиском ресурсов, все связано с преодолением каких-то трудностей, все связано с тем, что ты стыкуешь нестыкующиеся вещи. И когда тебе все это удается привести к одному знаменателю, выстроить из этого один хорошо работающий механизм, тогда к тебе приходит предпринимательский успех. В этом суть предпринимательства, как Хартман замечательно сказал, это преследование возможностей без учета ресурсов, которые ты в данный момент контролируешь. Вот что такое предпринимательство. Поэтому, когда мы задаемся вопросами, или вот когда мы слышим такие ответы, вот я слышу, Леонора проводит беседы по скайпу, я слышу там такие ответы, ну, не получилось там, ну, выше головы же я не прыгну. Это все зависит от того, где твоя голова. Ну, вот, это зависит от того, где ты считаешь находится твоя голова, где тот потолок, выше которого ты не прыгнешь. Прыгнешь и еще как. Только ты не прыгнешь выше головы в прямом смысле, а ты перемещаешь ту планку, которую ты до этого имел, ты меняешь свои стандарты, ты масштабируешь свое мышление, ты повышаешь свой стандарт, и ты прыгаешь под свой новый стандарт. И получается, что ты перепрыгиваешь тот стандарт, который был у тебя до этого. Вот и все. И только так, и никак иначе строится успех. Потому что успех – это всегда что-то большее, чем ты умел делать до этого вчера. Успех – это всегда прыгание выше головы. Всегда. А если ты всю жизнь прыгаешь только до того уровня, до которого ты был натренирован, и до которого ты умел прыгать вчера, то какой это успех? О чем идет речь вообще? Это просто повторение вчерашних результатов, копирование вчерашних штампов, копирование вчерашних шаблонов, крысиные бега и бег по кругу. Вот и все. Вот и ответ насчет выше головы прыгнешь или не прыгнешь.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью!